Где-то там, за колючими кустами ежевики, есть маленькое королевство эльфов и фей. А населяют его очень-очень маленькие существа. Я Бен Эльф. А я принцесса Холли. Пойдем играть. Подожди! Продюсер Фил Дэвис. Авторы идеи и режиссеры Нави Лесли и Марк Бейкер. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Эльфийские игры. Бен, ты где? О, здравствуй, Бен. Можно поиграть с тобой? Я не играю, я тренируюсь. А с виду это обычная игра. Но это не так. Я готовлюсь к эльфийским играм. Как интересно. Скажи, а можно мне поиграть с вами? Эльфийские игры – это не игра. Это очень серьезно. Так, нужно поупражняться в силе. Этот жёлудь очень тяжелый. Ой, и я так могу. Абракадабра. Проще простого. Ты используешь магию. А на эльфийских играх магия строго запрещена. О... А что вы там делаете? Ну, мы там прыгаем. Опля! О, я тоже так умею. Опля! Летать там тоже запрещается. Эти игры не для фей, а только для настоящих эльфов. Так нечестно. Вообще-то феи тоже много чего умеют без летания и магии. Например? Я умею танцевать, как балерина. Хорошо, но в программе эльфийских игр нет танцев. Танцы – это не единственное, что я умею. Вот, я хорошая гимнастка. И я прекрасно умею быть красивой. На наших играх нет ни танцев, ни гимнастики, ни конкурса красоты. Это почему же? Мы эльфы. Мы серьезный народ. Только бег, прыжки и... Принцесса Холли, пора заниматься. О, привет, няня Плам. Бен участвует в эльфийских играх. Давай и мы пойдем. Принцесса Холли, тебе будет очень скучно смотреть, как потные эльфы бегают кругами. Мы не только бегаем, мы прыгаем и поднимаем тяжести. Вот, я выиграла этот приз за прыжок в высоту в прошлом году. Надо же! Если ты так хочешь приз, получай. Абракази, абраказубок. Принцессе Холли ценный кубок. Ура! Я выиграла приз! Ура! Поймите, призы нельзя раздавать просто так. За них надо бороться. А я, по-твоему, что делала? Я научилась хорошо ворожить только после долгих тренировок. Что ж, а мне пора тренироваться в беге и прыжках. До свидания. Удачи тебе, Бен. Пока, Холли. До скорой встречи. На эльфийские игры. Не забывайте эльфийские правила. Нельзя хитрить и еще нельзя. Прошу прощения, пропустите принцессу Холли. Продолжай, старый мудрый эльф. Добрый день, миссис Плам. Здравствуйте. До вашего досведения, присутствующих фей, что во время игр строго запрещается летать и уж тем более использовать магию. Боже мой, я была права. Здесь и впрямь будет очень скучно. Наше первое состязание – это бег. Смотри, там Бен. Все на старт. Внимание. Марш. Бен не слышит меня. Вперед, давай. Ну же, скорее. Сейчас мы это исправим. Позвольте-ка. Спасибо. Попробуй так, принцесса Холли. Бен! Бен! Что? Давай, Бен! Беги, Бен! У меня очень чувствительные уши. Простите, старый мудрый эльф. О, нет! Бен последний! О, боже! Эльфы очень расстраиваются, когда проигрывают. Зачем ты это сделала, Холли? Я хотела, чтобы ты победил. Я бежал первым. Из-за твоих криков я проиграл. Теперь я последний. Прости, Бен. Не переживай. Ты еще покажешь себя в другом состязании. Прошу всех участников подготовиться к следующему виду.
прыжки в высоту. Ты очень хорошо прыгаешь, Бен. Ты точно победишь. Надеюсь, что так. Я тоже надеюсь. Ворчливый эльф – это ужасно. Первый участник состязания – Лиззи Эльф. Встречайте, прошлогодний чемпион по прыжкам Бен Эльф. Удачи, Бен. Да, ты справишься. Опля! Фу, я думал, он не справится. Еще один прекрасный прыжок. Так, наш последний участник Барнаби Эльф. Не повезло, Барнаби. Осталось всего два претендента на этот трофей. Надеюсь, Бен не собьет перекладину. Если ее не поднимут выше, все будет в порядке. О, боже. Лиззи Эльф. Давай, Лиззи, дальше. А сейчас Бен Эльф. Если он проиграет, то очень сильно огорчится. Не бойся, Холли. Мы окажем ему волшебную помощь. Нет, няня, магия на играх не разрешена. Спокойно, никто не заметит. Ты уверена, что никто не заметит? Поверь мне. Молодец, молодец, Бен. Вот видишь? Я же сказала, этого никто не заметит. Кто-то воспользовался магией. Он знает. Допустим, но он не знает, что это я. Миссис Плам? Привет. Отдайте мне палочку, пожалуйста. И Бен Эльф, ты дисквалифицирован за надувательство. Простите, но так нечестно. В правилах четко сказано: магия не разрешается на эльфийских играх. Но Бен ни в чем не виноват. Это моя идея. Прости, Бен. Мы боялись, что ты не победишь. Я мог выиграть забег и прыжки в высоту, а теперь я не выиграю ничего. Объединитесь в пары для последнего состязания. Гонки с тележками. О, боже, у Бена нет напарника. Можно я буду твоей парой, Бен? Обещаю не пользоваться магией и не летать. Нет, ты и так уже все испортила. Пожалуйста, я знаю, у меня получится. А что значит гонки с тележками? Ну, смотри, вот как это делается. Видишь? Я очень хорошо хожу на руках. Это прям как гимнастика. Ну ладно, уговорила. Ну надо же, фея. Ну что ж, правила не запрещают феям участвовать. Все на старт. Внимание, марш! Боже мой, победителями стали Бен Эльф и фея-принцесса Холли. Спасибо, Холли. Нет проблем, Бен. Кто бы мог подумать, что фея выиграет эту гонку? А еще я умею так. Фантастика! Что это было? Танцы, гимнастика и, конечно, конкурс красоты. Хорошо. На следующих эльфийских играх будут танцы и гимнастика. А как же показ красоты? Да, и показ красоты. Пусть принцесса Холли научит нас это делать. С удовольствием.